Всем привет, с вами Джага, и сегодня мы будем проходить дальше игру Теслаград. Вот, напомню, в прошлой части мы уничтожили, ну не знаю, может он сам себя уничтожил, босса, и мы идем дальше, чтобы посмотреть, что же есть дальше в этой игре. Так, тут у нас... Подозреваю, что в эту сторону мы не можем пройти. Нам подсказывается вот тут рисунок, что нам надо обладать телепортацией. И тогда мы сможем проходить дальше, вот через вот эти решетки, стены и прутья. Но пока что этот путь нам закрыт, и мы спускаемся вниз, чтобы увидеть... Вау. Злых собак-барабак. Если это собаки, конечно, ну... О! И мы находим один из главных поверапов, это ботинки телепортации. Теперь нам надо вернуться обратно. В общем-то, мы можем попытаться вот так. Кстати, что-то тут с этой собакой тоже связано, не помню. Угу. Ладно, в общем, нам сюда. Тут мы должны, оп, переместиться. Надо было чуть-чуть прыгнуть. Так, тут нам надо... Оп, сюда. И отсюда уже уходим наверх. Где уже тут сможем использовать сапоги телепортации. По назначению. Так, что тут? Ага, опять прутья. Ой, злая собака барабака. Ну, не знаю, собака ли это. Ну, я так понимаю, судя по рисункам, ее используют, этих животных используют как собак у нас. Вот, кстати, этот рисунок, фреска. Я так понимаю, их натравливают во время охоты или как охранных животных. Интересная, кстати, история этого мира. По крайней мере, не сколько история, сколько устройство. Так, теперь тут. Ну, если мы пойдем вниз, мы увидим, что тут двери. Нам все равно придется идти сюда через собаку. Собаку. Синюю. Если тут синяя, значит... Собака не хочет прыгать. Хм. Значит, сюда красную. Дверь открыта. Дальше. Вот тут такая вот штука. Надо чаще касаться вот этих цветочков, чтобы к вам цеплялись вот эти светлячки. Ну, вот только пропадает электризация от цветков. Ой-ой-ой. Пропадает и... Ух ты. Да. О, я вылез как-то. Хе. Казалось, там была трава. Вот, и я вернусь к началу. Нам, наверное, к началу не нужно. Хотя, может, нужно и к началу. Тут есть, кстати, карта. Вот она показывает, куда можно идти. Ну, вообще, наша задача вернуться вот туда наверх, в большую такую зеленую, как бы, штуку. Карта немножко загадочная, и непонятно, точная она или не точная, но, в общем, как-то так. Пойдем сюда. И мы сможем выйти вот сюда к еще собакам. Так, они за забором, и их там две. Так просто их не перепрыгнешь, поэтому придется использовать какую-то хитрость. Ну и хитрость вся заключается в том, что надо... Ой-ой-ой-ой, вот это я сейчас немножко тупанул. Ага, теперь попробуй запрыгни туда. О, началось. Началось. О. Так, надо наэлектризоваться синеньким и прилипнуть к
потолку. Оп. Теперь тут вот страшное какое. Ну, в принципе, да, собаки монстры. Но вот что мы с ними сделаем. Мы их беспощадно раздавим. Ну, это да. Такая игра. Это монстры, вы же понимаете. Так, тут нам надо куда-то наверх. Чтобы открыть дверь. Электризовать один куб и саму дверь другим цветом. Вот, мы выходим куда-то к водопадам. Это центральная часть. Да, из нее там такой противный уровень будет. О, я его долго проходил. Надеюсь, сейчас получится быстрее. Ой. Не туда прыгнул. Так, что тут мы куда-то сюда. Так, он ли это? Нет, это еще не он. Так, и тут, куда мы попадаем? Ого. Вон мы куда попадаем. Как, значит, в общем, тут надо так аккуратно, типа, упасть, развернуться и прыгнуть к цветку. Ну да, спасибо, цветок, ты нам помог. Ну, хоть недалеко идти. А, ну, теперь-то он помог. Вообще там внизу что-то есть. Я не помню, что. Так, вот это. Не припомню последний. А, это большая такая локация. Нужно ли нам вообще не идти, не знаю. Ну, будем. Ой-ой-ой-ой-ой, не то нажал. Что-то я не то нажал. Так, где эта кнопочка-то? Это прыжок. А это телепортация. Вот внизу есть свиток и кнопка, которая что-то делает. Что она делает, не знаю. В демоверсии, возможно, это не объясняется. Так, надо... Ну, нажмем ее, раз уж... Ага, фиг мы ее нажмем таким макаром. Может, ее не надо нажимать? Вообще надо упасть вот тут. Ага. Фиг там. Ладно, в общем, наверное, мы ее нажимать не будем, а просто пройдем дальше. Так, что тут у нас виднеется? Куча всего. Вот нам надо туда. И тут синий цветок, который себе не просто так, а должен нас вот сюда. Угу. И тут... Молодец. Вот прекрасно. Вместо того, чтобы просто на цветочек красный, попал черти куда. Угу. Так, что вообще тут творится? Ага, надо от красного цветка попасть наверх, что ли, так... И сюда. Вот мы попали в какие-то, не знаю, подземелья чужих. Синий луч, синий цветок. Это все неспроста. Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще, я как-то захожу с другой стороны. Но тут можно пройти разными путями. Вот. И мы почти выходим к нужной нам двери. Так, сейчас главное так правильно перепрыгнуть на электризованном, чтобы успеть. Не успел. И теперь надо обходить ого-го кудой. А там собачка, да. Милая такая. Восьмиглазка. Ой, да.
Значит, надо. Очень неудобно, но что поделаешь. Все, и мы вышли. Ну, я так подозреваю, что это конец. Конец, в смысле, демо-версии. Сейчас это такой, как бы, как сказать, театр, что ли, кукольный, или как теневой, ну, фигурковый. Ой-ой-ой-ой. Ну, его можно перепрыгнуть. Вот там театр. Если стать в середину комнаты, то демо заканчивается. Ну вот там был секретный свиток, вон он вверху, можно было допрыгнуть, но уже все. И вот мы приходим, как бы, к концу демо-версии. Тут, видите, написано «Sorry, end of demo». И таки да, это end of demo. Ну давайте посмотрим финальное для демо. Одну из сцен истории этого мира. Вот. Ну, название я не знаю, но приблизительно было такое себе хорошее королевство, там все такое, мирное, птички летают, красота просто супер. Вот стражник ходит. Ололо. Тут откуда ни возьмись, появились какие-то злые варвары, возможно, какие-то гоблины, там тяжело сказать. Вот, и вызвали как бы лучшего правителя или рыцаря, и главный верховный механик или мудрец дал ему супер-пупер, вероятно, меч, или это ключ, или это жезл. И сошлись они в ратной схватке. Ну и оказалось, что ключ не просто так, или меч, что он позволяет управлять электричеством, молнией. Верховный мудрец, или это инженер, перековал, вероятно, этот меч в корону. И стал этот товарищ царствовать и править всем на благо. Это, ну, так можно подозревать, что всем на благо. На самом деле, как мы не знаем. Пока не поиграем в нормальную версию. Так что, если хотите узнать, вперед. На Steam, кстати, скидка. Что ж, спасибо за то, что вы посмотрели, как мы тут ковыряемся в этом демо. В принципе, игра очень интересная. Ну, меня она захватила. Вот что-то в ней есть такое, чего я давно уже не проходил. Со времен Dendy и Seg. Да, кстати, я даже подключил джойстик, настроил его. Там можно, есть возможность использования джойстика нормально, джойпада. Вполне прекрасно. Что ж, с вами был Джага. Мы играли в игру Теслаград Демо. Это, конечно, вторая последняя часть. Возможно, если ее прикуплю на Стиме, то мы посмотрим, что же там было дальше. Кстати, обратите внимание, 0 секретов и 26 минут я проходил демо. А еще какой-то код мне написали. Можете его забрать себе. Все, всем пока. С вами был Джага. Бай-бай.